66-летняя Земфира Нуруллаева – заслуженный учитель Азербайджана, хормейстер школы искусств имени Гара Гараева. Наравне со своими коллегами проводит онлайн-уроки у себя дома. Педагог правила карантина полностью соблюдает. К новому режиму со временем привыкла. Дай там ноту фа себе. О, давай, родная, начни, я проверю. Бись. После карантина у меня время на кухне проходит очень стремительно. Я встаю рано, чтобы быстро успеть приготовить завтрак, обед для внуков. Потом каждый из них поднимается в свою комнату, и я начинаю занятия онлайн с моими учениками, с моими любимыми учениками. У меня в 11 часов начинаются занятия, и поэтому я должна все успеть. Помимо виртуальных занятий, педагог проводит и мастер-классы. Земфира Нуруллаева признается, насколько эффективными не были бы уроки, ничего не сможет заменить живое общение. Ми, соль, соль, ми, фа, соль, соль, фа, ля, ля, соль, ми, до. Да, результат есть. Но когда занимаешься воочию с детьми рядышком, это совершенно другое. Сейчас вместе со своими учениками Земфира Нуруллаева готовит композицию «28 мая» Дню Республики. Наравне с другими она с нетерпением ждет окончания карантинного режима. Я очень надеюсь на то, что в скором времени смягчат и требования по отношению к людям 65, по возрасту 65+. И когда только это случится, огромное имею желание, и первое, что я сделаю, я быстрым шагом побегу в свою школу имени Кара Караева, открою двери и скажу: «Здравствуй, моя родная школа».